Мусор, игрушки, одежда и монетки – все это собирают в омских фонтанах во время их консервации на зиму. Сейчас специалисты спускают воду и очищают водонасосные каналы. Водные объекты работают до сентября, как рассказывают те, кто убирает фонтаны. За 5 месяцев в чаше фонтанов можно найти многое – от бытового мусора до делового костюма. Но чаще всего встречаются окисленные монеты. Рекордное количество денежных знаков было найдено в одном из омских фонтанов 2 года назад. Работники собрали 2 12-литровых ведра испорченных водой мелких монет. Правда, не известно, сколько раз, на какую сумму удавалось найти в фонтанах пригодные для расчета деньги. Скорее всего, меня не проинформируют, даже если найдут, чтобы потом не делиться. Монеты встречаются абсолютно разные. Это как раз символизирует то, что у нас фонтан практически интернациональный. И многие люди, приезжая из других городов, из других стран, сюда кидают все, что у них есть в карманах, и попадаются даже монеты зарубежного характера.